Sì, in inglese. Конференція після завершення матчу 24-го туру. Головний тренер баскетбольного клубу «Будівельник» Хосе Перукан. Гравець баскетбольного клубу «Будівельник» Зак Морлі. I mean, it was a tough game. Roberto came out with a lot of energy, a lot of intensity to start the game, and we didn't. Це була дуже важка гра, і Говерло збирав дуже багато енергії і зусиль для того, щоб перемогти в цій грі. And we didn't match their energy or intensity to start, and that was the difference. Ми не врахували ту їхню енергетику, яку вони затратили на старт. Це в цьому і була різниця. You know, we played better in the second half because we played hard. We didn't give up. That was a game where ми краще грали у другій половині матчу, ми не здавалися і тому ми намагалися грати в свою гру. It was a game where we, you know, a lot of teams maybe in that situation give up. You know, we fought and had a chance to tie it at the end. Багато команд у нашій ситуації, в цій ситуації могли б здатися, але ми не здалися і продовжили боротися. Питання? About game, I think we lost game in first half, in second quarter. Ми грали гру у першій половині, особливо у другій чверті. Говерла, they play so hard in defense, so strong, with contact, with physical contact, with some fouls, of course. Дуже вдало зіграли у захисті, з фізичним контактом, тобто вони дуже щільно захищалися. We didn't adjust to this game, this hard game. And in the second half, I think we play a little bit hard, a little bit more activity. And we won third and fourth quarter. Ми додали у активності у другій половині гри, і ми виграли якраз дві останні чверті за рахунок того, що ми почали грати активніше. When you lost by 15, it's very difficult to win, but okay, we shot last shot with last seconds to try to tie the game. This is maybe the best part that I can watch in this game. Коли ми програємо 15 очок, це дуже важко після цього виграти, але коли ми звели до останньої секунди, коли ми намагалися звести гру в нічию на останніх секундах, ну нам просто це не вдалося. That playing bad, but always try to win game in any situation. Ми грали погано, але ми завжди намагалися виправити нашу ситуацію і грати краще. Питання? Ну что, мы контролировали, мне кажется, всю игру, счет, то есть был все время в нашу пользу, плюс 20 было. То есть как бы мы контролировали игру, в конце, может быть, где-то расслабились. И, ну, в принципе, нам хватило этого зазора 20-очкового. Плюс, ну, если бы не штрафные, думаю, исход матча был бы решен бы изначально, то есть большим счетом. А так промазали много штрафных, и это повлияло. Ну, зато очередная веселая концовка, думаю, зрители понервничали, поболели, получили удовольствие. Для этого удовольствия не получается. Какая установка была на игру в этом? Самая главная установка была это защита. Защита, мне кажется, мы с ней справились в защите, играли агрессивно, жестко, не давали им практически легких бросков сделать. С большими тоже, мне кажется, справились. Ну, я все считаю, что сегодня команда защищалась, можно сказать, идеально. Домашний? Домашний? Може бути, да. Тому, да, я думаю, наверное, лучший матч поки що в этом году. Где-то 35 минут у нас очень много удавалось. Последние 5 минут, как и в прошлую игру, превратились в такую. Мне тяжело найти объяснение, когда такие опытные игроки допускают такие ошибки в простейших ситуациях. Если мы с Химиком сыграли последние 5 минут 16-7, то здесь мы побили рекорд, мы сыграли 23-7 за последние 5 минут. Мы пропустили за 5 минут 23 очка. Это ни защита, ни нападение, это глупые фолы при подборах мяча, вывод мяча, штрафные, реализация штрафных. Мы промахнули 16 штрафных, 48%, это очень плохо. И вот эти 5 минут, они перечеркивают весь наш труд, который мы сделали за 35 минут. Ребята вышли с хорошим настроем. Я уже говорил, что против сильного соперника они не нуждаются в мотивации. Они вышли, бились сегодня и показали хороший баскетбол. Мне понравилось, что сегодня была командная игра, опять я повторюсь, 21 результативная передача. Вот.
бились на подборе, коллективно играли в защите, справились с лидерами команды, и с Вилсоном, с Кейсом, и, в принципе, большие не особо набрали очков много. Поэтому сегодня хорошая игра была, за исключением 5 минут. Что касается штрафных, думаете, это проблема психологии больше? Да я уверен абсолютно. Если Ульянка забивает 8-7 фолы с Химиком, и через день он бросает 8-1 с Будивельником, это что, за день он потерял мастерство все? Или Кривич, который вышел на последних секундах и решил игру с Химиком, попал 2 фола, сегодня мажет 2 фола. Чистая психология. Вот. Чисто. Для вас лично эта победа была важна? Вот работали по Будивельнике много лет, и первый раз победили в Будивельнике? Я вам скажу честно, говорю, я настраивался, как на любую другую команду. Я пережил этот этап. Вот. Я очень долго уже не работаю в Будивельнике, поэтому... Я не сказал бы, что это очень принципиально для меня было. Ну, просто такой закончился второй круг для Говерды. Просто такие итоги первой половины чемпионата. Ну, я думаю, что мы провели хороший. Хорошие 2 круга провели. Ну, вот, я думаю, что нам есть чем гордиться. Нам и городу, и зрителям не стыдно. Ну, вот. Ну, впереди 24 игры. 24 игры, и будем искать пути новые, чтобы играть дальше. Скажіть, будь ласка, таке питання. Вже протягом останніх кількох домашніх ігор ми бачимо провальну останню п'ятихвилинку, які вас пояснюють? Ну, от я говорю, я не можу. Я беру тайм-аут і говорю то, що робити. Виходять ігроки і роблять совершенно наоборот. І говорять, я забув, я не подумав, я поспішив, я ще щось. Причому... На площадке находятся все опытные игроки, прошедшие хорошую школу, и студенческую, и европейскую. И когда говорит, что должен Свонсон получать мяч, он забил 5-5 фолы и суют мяч Ульянка. Я говорю, некоторые моменты я просто не понимаю. Наступна гра з Львівською політехнікою, це західноукраїнське дербі. Як будете налаштовуватися, чи вивчали гру з Львів'ян? Я боюсь всього тільки одного, щоб ця гра не розслабила ігроків. Щоб вони професіонально віднеслись до цієї перемоги. Тому що якщо розмовляти там, типу, о дербі, то краще, щоб ми сьогодні проіграли. Тоді злі виходили б. А зараз умиротворено, видите, Герасимчук, як себе веде на прес-конференції, ухлипка. Все, жизнь, счастье, все. Поэтому самое главное здесь это настроить людей, вернуть их на место. Поэтому будем над этим работать. Будем работать 7 числа, хотя это не принято, но будем. Поэтому с полной готовностью будем выходить на игру с Львовской политехникой. Но здесь, я же говорю, вы видели, какой уровень показали сегодня и насколько... Никакое настроение царит. Сразу же. Еще вопрос, то, что эта игра будет проходить в обеденный период, 2 часа, а не в 6, есть ли разница для команды? Я не думаю, что тут есть разница. Мы оговаривали все. В первую очередь там и для зрителей хотели это сделать, чтобы пришли в свободное время. Поэтому я не думаю, что тут большая разница.